Белгидромет объявил на пятницу оранжевый уровень угрозы для западной части страны. А все из-за сильных порывов ветра и гололедицы. Такой погода останется на все выходные. МЧС и ГАИ советуют гродненцам быть более внимательными, по возможности обходить стороной шаткие строения, избегать линий электропередачи, не прокладывать маршрут вблизи домов. С крыш могут скатываться остатки снега. Автомобилистам советуют не парковать машины под деревьями и приготовиться к ухудшению дорожной обстановки. В субботу погоду в начале ночи будет определять неустойчивая воздушная масса. Днем в основном область повышенного атмосферного давления. Во второй половине дня скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши. По Гродно ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Лишь во второй половине дня небольшие осадки, в основном мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный умеренный. Ночью сильный 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1, -3, днем 0, +2. В воскресенье погода ухудшится. По прогнозам синоптиков, погодные условия будут сложными. На большей части территории области ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Утром и днем в отдельных районах до 21-24 метров в секунду. Облачно с продолжительными осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью возможна слабая метель. В отдельных районах слабый гололед. Температура воздуха ночью -4, +1, днем -2, +3.